Они восхваляют Аллаха и читают аяты священного Корана. 16 июня в Саратовской соборной мечети собрались мусульмане, чтобы вместе отметить начало главного праздника ислама – Ид-аль-Адха или Курбан-Байрам. Со словами поздравлений к ним обратился член Президиума Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман по Волжье Мукаддас Хазрат Бибарсов. Мы пришли сегодня, чтобы начать празднование Курбан-Байрама с дуа обращения к Всевышнему Аллаху. И через намазы, альхамдулилля, мы надеемся и просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Он благословил нас и принял наши добрые дела. Мукаддас Хазрат напомнил, что великому празднику предшествует День Арафа, когда миллионы мусульман собираются на священной земле Мекки и выполняют ритуалы хаджа. Глава ДУМП рассказал об истории Курбан-Байрама и его смысле. Подчеркнул, что через жертвенность и следование приказам Творца верующие могут заслужить его довольство и получить особую милость. В праздничный день были зачитаны поздравления в адрес мусульман по случаю наступления Курбан-Байрама от президента России Владимира Путина, председателя Думы РФ и Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнуддина, муфтиев российских регионов. Собравшихся с праздником поздравил председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. Поздравления от губернатора Саратовской области Романа Бусаргина зачитал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Лещенко. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей деятельности. Пусть этот священный праздник и дальше сохраняет в сердцах душевную чистоту и покой, укрепляет межконфессиональные отношения, направляет людей на совершение благих дел. После этого мусульмане традиционно становятся в ряды, чтобы совершить Ид-намаз – коллективный намаз по случаю наступления великого праздника. Его выполняют огромное количество людей, поэтому не всем хватает места внутри мечети. Совершив намаз, мусульмане слушают проповедь. Праздник только начинается, поэтому важно сделать так, чтобы его атмосферу прочувствовали все вокруг. Каждый человек, если он воспринимает, если он любит свою религию, естественно, он будет стараться, чтобы вот эта торжественность, да, вот этот праздник, оно где-то выражалось, оно визуализировалось, в том числе в доме, на улице. Это уже от человека зависит. От его отношения к религии зависит. Мы то, что сейчас совершили намаз, это вот как бы мы фактически вот открыли вот этот праздник. Поэтому остальное уже от самого человека зависит. После окончания Ид-намаза мусульмане уходят в особом расположении духа. Самый это благородный день. Всем считаю, желаю только благополучия. И самое главное, чтобы все были живы, здоровы. Ну, самое, что есть, наипрекраснейшее, невозможно описать словами. Просто душа поет. Альхамдулилля. Идем на заряд, а потом к гостям кушать вкусную еду, поздравлять друг друга с праздником. В этом году я буду резать курбан во имя Аллаха. Стоит отметить, Курбан-Байрам длится несколько дней. В это благословенное время мусульмане приносят в жертву овец, коров и верблюдов, мясо которых раздают бедным и нуждающимся, в надежде заслужить довольство Всевышнего Аллаха.